Мы на легендарной Зайчьей горе, а наша безымянная высота. Место паломничества ветеранов Калужской области. Во время войны здесь шли ожесточенные бои. Советские войска отбивали вот эти высоты Зайчьи, доминирующие над окрестностями. Здесь полегли десятки тысяч солдат. И пока наши войска не придумали тактический ход, прокопали подземный ход, заложили 25 тонн взрывчатки и подорвали немецкое укрепление. Бои шли много дней. Для Калужской области это, видимо, то же самое, что Партизанская поляна для брянцев. Дорога к победе, Калужский край, 41-43. Братское кладбище Хвостовича. Жизненский мемориал, Ослинка. Людиновский район. Ульяновский район, Ефимцево. Киров и Кировский район. Доминический район, Каменка. Сухинический район, Сквер Победы. Издаковский район, Сквер Суворова. Город Обнинск, всем известный атомщиков. Натиск на запад. Французским летчиком эскадрон Нормандии Немен. Войск отклонения Мишовский. Калужский край, натиск на запад. Боровский. Бабынинский район, Бабынина. Ждмарина. Скорбящая мать Козельск. Мемориальный комплекс Перемыш. Тарусы. Амежицы Тарусы. Огненная Варшавка. Барсуки. Масарский район. Огненная Варшавка, Серо-Илинская. Гнездиловская высота, Гнездилов, Огненная Варшавка. Медынский, Медынь. Крымхмановский мост. Зайцева гора, где мы находимся. Борятинский район, деревня Зайцева гора. Кровотоитные бои за владение в Варшавском шоссе. Район Зайцевой горы велись с февраля 1942 года, частями 10-й армии, с марта 50-й армии. Ожесточенная борьба 26 марта по 30 апреля 1942 года. Основные потери 50-й армии. Потом пришли оппозиционные бои. К маю закрепиться на склонах удалось. Удержать этот плацдарм. Завершилась борьба в 43-м году, 19 марта. Взятием Зайцевой горы. Высота длинная. Безымянная высота. Деревня Новые Холмы, где нахуй, безымянный Обнинск. Здесь начало сентября 43-го года. В жестоком бою с фашистскими захватчиками стояла насмерть разведгруппа в составе 18 воинов-коммунистов 718-го полка 139-й стрелковой дивизии. Родина помнит их имена. Вот она, землянка. Часовня есть. А вот мемориал сам. Землянка заперта. Сама высота, видите как. Ну, музей уже закрыт, я думаю, в это время. Безымянная высота. Здесь 9 мая собираются ветераны, жители, школьники, студенты приезжают. Мероприятия торжественные проводятся в этом районе. Вот такой мемориальный комплекс в Калужской области на границе с Огнинским районом. Доехать очень спокойно можно на обычной машине. Там вот музей, часовня. Такая часовня есть. Такая аллея, музей, видите. Ну, музей, конечно, закрыт время будет.
Здесь, видимо, музей, наверное. Такой мемориал погибшим воинам. Героям слава. Такой интересный указатель. Людиново 80, Киров 50, Жиздра 107, Сухинич 170, Козельск 190, Маласяев 240, Кременки 300, Юхнов 160, Зайцева гора 100, Боров 274, Киров 50, Жиздра 107, Людиново 80, Сухинич 170, Козельск 190. Зайцев гора 100 километров. Войны, столичка, музей, взяли высота. С 9.30 до 18. А мы уже опоздали. Выходной понедельник.